Две недели со старта отопительного сезона позади, а батареи около 300 домов в Омске до сих пор холодные. Почти 160 из них в Советском округе. Телеканал Омск ТВ неоднократно рассказывал о проблемах местных жителей. Собственники квартир на Малунцево и проспекте Культуры пока не дождались даже горячей воды. С планового отключения прошло больше 3 месяцев. Таких масштабных задержек в Омске еще не было. Причина – многочисленные аварии на сетях тепловой компании. Планирует тепловая компания с привлечением дополнительных бригад работы закончить на этой неделе, то есть в ближайшие 3-4 дня эти работы будут завершены и на все дома будет подано отопление. На помощь городу придут муниципалитеты. Чтобы ускорить процесс подключения жилых домов к системе отопления, в Омск направят спецтехнику из области. Решение принято на оперативном штабе, его провел мэр Сергей Шелест. На сегодня работает уже 34 бригады в городе Омске. И предприятия есть, которые выделили свою технику и своих людей. Понятно, что есть вопросы, и сети имеют где-то повреждения, которые вновь создаются, но в ручном режиме будем все отрабатывать. Старт отопительного сезона в Омске сорван. От должности заместителя директора тепловой компании освобожден главный инженер организации Сергей Цуканов. По словам мэра, это не последняя кадровая перестановка. Взыскание получат и другие руководители предприятия, заявил глава города. Дать тепло в оставшиеся дома он потребовал к 10 октября.